конце ноября 16-летняя студентка первого курса Московского училища Олимпийского резерва номер 1 Ариана Будникова стала победительницей Лиги синхронного плавания. Девушка выиграла соревнование одиночных синхронисток. Соло – это когда ты выступаешь один. Также есть дуэт, когда ты выступаешь в паре. Есть микс-дуэт, когда ты выступаешь в паре только с мальчиком. Ну, есть также комби 8 человек и группа 10 и более. У меня был в 2018 дуэт, и после дуэта, к сожалению, напарница моя ушла, поэтому я выступала только соло. Ну, это соревнования были клубные, а так как всего 4 девочки присутствовали из школы спортивного резерва МГФСО, так что у нас не было сомнений, то, что мы возьмем медали какие-то. Когда я не видела своих соперниц именно своей категории, то у меня было такое волнение преждевременно, потому что я не знала, чего ожидать. А когда уже увидела, последила за ними на разминке, ну так отпустила. На разминке сложно, потому что очень много солисток, 41 соло. И всего 3 соло в моей категории. Там невозможно было в бассейне. Если смотреть обязательную программу, то минута должна быть. Так. Если произвольный, но там в зависимости, какой у тебя тренер связку поставит. 20-30 секунд, если связка. Но программа как? Она же идет целиком. И этих связок может быть 3 и более. Наверное, Субботина Варвара. Потому что она тоже выступает соло. Как-то так хочется равняться.